середины января зима только начинает вступать в свои права. И, похоже, она застигла врасплох автомобилистов. За прошедшие выходные в Чувашии зафиксировано более десятка ДТП. Не обошлось и без погибших. За эти выходные у нас произошло 15 ДТП, которых 6 человек погибло, и 22 получили различные травмы. Ну, причиной, в первую очередь, явилось, наверное, то, что водители потеряли навыки управления. И первый же снег, который способствовал этому, вот, привел к таким последствиям. В 15 дорожных происшествиях за выходные пострадали люди. Кроме этого, за один только субботний день было зафиксировано 75 мелких ДТП. А субботним утром в двух авариях погибли 4 человека. Около 8 часов на въезде в Новочебоксарск на улице Промышленная на встречной полосе десятка столкнулась с Hyundai Accent. В результате столкновения 3 человека погибли. Примерно через полчаса произошло еще одно лобовое ДТП на трассе Вятка, недалеко от базы отдыха Заимка. Водитель молоковоза не справился с управлением и на встречной полосе влетел Митсубиси. Водитель Митсубиси, который ехал со стороны Новочебоксарска, от полученных травм скончался на месте. Водителя молоковоза с различными травмами доставили в Чебоксарскую районную больницу. В Новочебоксарске маршрутка сбила пешехода прямо на зебре. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.